На прошедшем заседании правительства утвердили изменения в главный финансовый документ региона. Благодаря поступлениям из федерального центра доходная часть увеличилась на 7 миллиардов рублей. В целом же в законе о бюджете 2019 года предусмотрено чуть больше 14 миллиардов рублей из федеральной казны. Вот та работа, которая выстроена в рамках национальных проектов, привлечение вот этих дополнительных федеральных средств, дало возможность региону увеличить эти средства в 2 раза. Таким образом, доходная часть бюджета составит 59,3 миллиарда рублей, а расходная 58,9 миллиардов рублей. Федеральные средства будут распределены по национальным и региональным проектам. Львиная доля – это 1,7 миллиардов рублей, выделены на ремонт в Ленинском мемориале. Еще 20 миллионов будут потрачены на ремонт здания кукольного театра. Мы получаем средства на строительство 2 домов культуры. И опять-таки консолидированный бюджет составляет 26 миллионов рублей. В этом году мы завершим стройку новых сельских домов культуры в селе Архангельское Чердаклинского района и селе Средний Сантимир Новомалыклинского района. 1 миллиард 47 миллионов предусмотрено в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме основного ремонта дорожного полотна, в планах устройства уличного освещения, строительства тротуаров, пешеходных дорожек и установка знаков дорожного движения. В целом, в рамках нашей программы, таким образом, количество ремонтных участков по 2019 году составит 45. Общей протяженностью 120 километров. Помимо непосредственно ремонтных работ предусмотрено выполнение целого комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения. 890 миллионов предусмотрено на оздоровление главной водной артерии региона реки Волги. Нам удалось доказать о том, что есть необходимость серьезных капитальных вложений в структуру водоканала, очистных сооружений города Ульяновска. Это, безусловно, очень серьезно изменит экологическую обстановку. Кроме этого, федеральные средства будут направлены на поддержку предпринимателей, благоустройство, ремонт поликлиник и больниц, закупку оборудования для региональных сосудистых центров. По информации Министерства финансов, за счет перераспределения финансовых средств дополнительные деньги будут направлены на выплату капитала «Семья», выкуп школы детского сада в Ишеевке и покупку оборудования в учреждения здравоохранения.